столице Чувашии по поручению главы администрации города Чебоксары Алексея Латыкова началась работа по благоустройству территорий, разрушенных в осенне-зимний период. Как отметил директор управления ЖКХ и благоустройства Олег Белов, работы будут завершены до 15 октября текущего года. В соответствии с утвержденными правилами благоустройства города Чебоксары, подрядные организации сетевые приступили к восстановлению в полном объеме разрушенного благоустройства. Всего в городе Чебоксары на сегодняшний момент по графику должны были быть восстановлены 456 адресов. В настоящий момент более 250 уже восстановлено. Мы сейчас находим, ну и работа продолжается по графику. Мы сейчас находимся на адресе Богдана Хмельницкого, 109. Этот адрес, скажем так, проблемный адрес, потому что с 2016 года здесь работы выполнялись коммунальными технологиями, и вот с тех времен не восстановлено благоустройство, и таких адресов по городу более 150. Вот, и сейчас при помощи районной администрации, значит, эти адреса включены в планы работ в рамках ямочного ремонта и выделены средства из бюджета. И проблемные вот эти участки, которые, как я уже сказал, больше 150, в настоящем году будут все заделаны. Из которых 52 вот в Ленинском районе, ну и на моем округе. Помимо этого адреса еще 11 адресов, которые тоже надо будет восстановить. Татьяна Козлова, Юрий Курьянов. Жизнь столицы.